Сегодня после капитального ремонта открылась поликлиника Республиканской детской больницы. Привести здание 80-х годов в современный вид помогли средства из резервного фонда президента страны. Результаты масштабной реконструкции оценил и глава региона. Подробности в следующем материале. С глазками смотрим за молоточком. На молоточек, молодец. Роман и его мама – первые пациенты обновленной поликлиники. Говорят, что после капитального ремонта здесь стало комфортно и красиво. Свежесть появилась здесь, как-то все такое по-другому, яркое стало. Ну, то, что для детей, чтобы заинтересовать сюда приходить. Позаботились не только о пациентах. Для удобства работы врачей в Республиканской детской больнице продолжают укреплять материально-техническую базу. Недавно было модернизировано отделение реанимации. Мы ждем уже ту аппаратуру, которая в проекте есть. Это более для высоких технологий. Это МРТ высокоразрешающие, которые нам необходимы. В отношении аппаратуры у нас, по сути дела, внедрено все на сегодня, что входит в стандарты. Я работаю в этой больнице уже 44 года, поэтому во все времена сохраняли главное для врача – это нравственные этические позиции. После ремонта коридоры и кабинеты заиграли яркими красками. На стенах картины, в холлах игрушки и мягкая мебель. Немалую сумму направили на замену кровли, электрики и коммуникаций. Работы были завершены за полгода в рекордно короткие сроки. Полная новая прокладка, чего раньше не было, систем телекоммуникаций, то есть сети интернет во все необходимые помещения, пожарная сигнализация, освещение и так далее. Все аппараты какие-то, все новое, все блестит, все чисто, аккуратно. Михаил Игнатьев отметил, что за последние годы из резервного фонда президента республика получила более 100 миллионов рублей. Львиную долю направили на развитие медицины. Не было бы решения президента России, мы не смогли бы получить за счет резервного фонда 26,5 миллиона рублей и не смогли бы короткие сроки вот так капитально отремонтировать и создать вот эту красоту. И в перспективе, и в этом году средства уже заложили, значит, на реанимационное отделение. В этом году по инициативе президента будет дан старт и программе модернизации детских больниц. На эти цели республики выделят еще 100 миллионов. Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев, Республика.